То есть сегодня мы разберем основные руки в осетинском танце хонка. Начнем с мужской части. Это постановка корпуса, руки четко по швам, закрытый кулак, живот подтянут, грудь, голова, подбородок высоко. Начинает рука и у девочек, и у мальчиков. Левая. Поехали. Раз, два. На уровне плеча. И три, четыре. Закрыли. Пять, шесть. Открыли. Семь, восемь. Вернули в начальную позицию. Расстояние кулака от груди — это еще один кулак. То есть вот представьте, расстояние должно быть один кулак. Готово. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 Хорошо. Женская часть, девичья часть. Наша основная позиция. Руки по швам. Поставили по швам и просто сделали вздох. Раз. То есть ни локти мы не заламываем, не вытаскиваем. Четко, просто, как можно проще подняли. Раз. Пальчики вытянуты, не заломаны кисти. Кисть — это продолжение руки. Да. Готово. Опять же, начинаем с левой руки. Готов. Мы с вами вытягиваем сначала прямую руку с прямым локтем, потом слегка сгинаем локоть, и рука уходит назад. Далее. Раз, два, три, четыре. Сгинаем. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Другой рукой то же самое. Прямой локоть. И раз, два, три, четыре. Кисть четко смотрит параллельно, перпендикулярно в пол. И раз, два, три, четыре. То есть прямой локоть вывели, чуть-чуть заламываем. И за счет этого залома у нас появляется наша волна. Готов. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Для начала мы с вами будем делать отдельно левую, правую. Готово. И раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Рука идет не перед собой, да? Чуть-чуть в сторону, чуть-чуть, не сильно. Чуть-чуть в сторону идет взмах. Готово. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Прямой локоть. Три, четыре. Заломали. Пять, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Как только мы освоили эти ручки, усложняем и работаем. Раз, два, три, четыре. Теперь мы должны с вами возвращать левую ручку. И в это время, пока мы ее будем возвращать, будет выходить уже правая. То есть меняется. И пять, шесть, семь, восемь. Аналогично с другой. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Далее. Ручки во время поворота. Готово. Мужская часть. И раз, два, три, четыре. На четыре четко руки, кулаки собраны. Продолжает подниматься наверх у нас правая рука. Первый поворот делается вправо. Пять, шесть, семь и на восемь. Точка. Рука у нас четко над макушкой нашей. Ни впереди, ни сзади, ни сбоку, не переборщили.
четко над макушкой, локоть прямой, кулак смотрит вниз. То есть с 8 нам нужно сделать точка, закинуть кулак. Далее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, руки ровно, пять, шесть, семь, точка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Далее переходим к женской части. Готовы. Раз, два, три, четыре. Руки ровно. Далее. Левая рука у нас остается прямой, правая закрывается. 5, 6, 7, 8. Закрывается таким образом, что у нас получается наклон. От плеча до локтя у нас уходит вниз, от локтя к кисти уходит вниз. То есть высоко поднимать нам нельзя. Четко. Ваш пальчик напротив вашего солнечного сплетения. Четко. И рука должна быть не близко, не прямая, а полукруг. Широкий полукруг. Готовы. Посадили плечи. Плечи не поднимаем. Посажены. И дальше раскрываем. Раз, два, три, четыре. Легкий вздох. Пять, шесть, семь, восемь. С другой ручкой. Раз, два, три, четыре. Ровно. Закрываем левую. 5, 6, 7, 8. Открываем. 1, 2, 3, 4. Вздох. 5, 6, 7, 8. Сразу выставим голову. У девочек голова сверху. Мы смотрим на локоть. Взгляд. Аналогично. В другую сторону. Взгляд. Это первый вариант рук. Поворот для девочек. Второй вариант. Руки будут уже не сбоку, а снизу подниматься. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и посадили. Открываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Снизу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Посадили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это основные руки и позиции в осетинском танце хонго.